Всем привет! Мы Носки Тульца. С большим восхищением смотрю на всех людей, которые сегодня прошли водный маршрут. С восхищением и такой легкой болью в пояснице, потому что я этот маршрут без учета времени, но тоже прошла. Я не могу уже. На паводках речек нет? Ребята, самая стрёмная штука – это завалы. Отклоняться от этих штук нельзя, надо наоборот на них. Если в обратную сторону, вы киляетесь и начинаются заплывы, спас работает, никому не нужно. Это не так, по-моему. В самом начале начали делать то, что делать не надо. Старайтесь идти по внутренней стороне поворота. Ой, опять. Вот, надо. Я не могу уже. Где-то пролезаем под кустами, отклоняться надо вперед. Назад отклоняешься и остаешься без носа. Блин, мне кажется, мы там не пролезем. Вот. Денис, там вообще лежа. Мы пролезем или нет? А кто же знает? Мы там сейчас застрянем. Не влезаем? Говорил, что я жирный. Я? Через несколько километров будет маленькая плотинка. Там надо будет с ней немножко прыгать. Ближе подгребем, увидим. Блин, прям водопад. Мы тоже так красиво пройдем. Легкая прогулка с Покровом. Да-да. Которая весит 1,5 килограмма. Здравствуйте. Здравствуйте. А может, ну его здесь выйдем? А здесь отдельно выливают. Без человека, который понимает, что происходит и может помочь, проходить такие маршруты точно нельзя. У нас был Андрей, и поэтому мы даже не перевернулись. Вода уже упала, она специально подбирается как безопасная. Интересная, техничная, тяжелая, десяток всяких обносов разных. Воды маловато, ну, побольше, чем позапрошлом году, но хотелось бы воды больше. Из-за 2020 года, который был простой, конечно, это играет роль. Просидели все, как-то жалко, втягиваемся. В этом году вот предложили испытать новый спас-жилет. Карман классный, здесь все умещается. Сидит плотно, не мешает гребли вообще. У него чуть больше спереди, чем сзади, поэтому человек, ну, немножечко в потрясенном состоянии, скорее всего, окажется лицом кверху. Сразу начнем с... откроем всю интригу. Время 3:52. Приятно с вами на одном... Молодцы!